Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Красивый и удобный домик для кошки своими руками. Думаете, это невозможно? Тогда вам точно стоит досмотреть этот ролик до конца. В этом видео мы расскажем вам, как сделать домик для кошки самостоятельно в домашних условиях. Каждый мяукающий питомец будет рад собственному уютному и комфортному домику, а если еще и владелец сделает его своими руками, кошке будет вдвойне приятно. Вариантов создания домика для кошки великое множество. Мы решили разобрать самые простые для реализации в домашних условиях. Итак, представляем вам пошаговую инструкцию создания домика для кошки своими руками. Прежде всего, выберите место для домика кошки, учитывайте предпочтения и размеры питомца. Идеальными местами для расположения кошачьего домика станут поверхность под высоким деревянным журнальным столиком или стулом. Такие домики легко перемещать, они не занимают много места и хорошо впишутся в любой интерьер. Также можно расположить кошачий домик в просторной картонной коробке или построить каркас для него из деревянных досок и палок. Выберите материал для основания домика кошки. В этом качестве можно использовать плотный картон, сложенный в несколько слоев, деревянные доски или созданный своими руками из толстых веревок и мягкой подушки кошачий гамак. Материал для основания должен выдерживать вес питомца. Подберите крепление для основания домика кошки. Если вы не хотите испортить стул или журнальный столик, либо если вы делаете дом из картонной коробки, используйте в качестве крепления изоленту, двусторонний скотч и веревки. Если же вы хотите сделать основательное крепление для домика, используйте гвозди и шурупы. После создания основания с помощью креплений сделайте домику три стены. В качестве стен можно использовать подушки или мягкую ткань. На основание также положите мягкую ткань или подушку. Не забудьте и про любимые игрушки питомца. Ну что ж, наш домик для кошки готов. Попробуйте и вы по нашей инструкции сделать уютное место для своего питомца. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!